ты делаешь? Пала на балу перед ним. Он был достаточно близко. Значит, я пою. У меня, значит, самая высокая нота. То есть я, слава богу, пела там что-то, арию какую-то. Высокая нота, я ее держу. И дальше у меня каденция и конец. Каденция это? Каденция это там... Там типа... В конце, да? Ну, типа, предположим, да, для обычных людей объясняю. Вот. Ну, каденция, ну, значит, я взяла самую высокую ноту, и у меня еще каденция потом. То есть ария не закончена. Я держу эту высокую ноту, спела, и он начинает хлопать. А я такая, что ты делаешь? И он такой, типа, знаешь, а, типа, еще, да, дальше есть. И что-то там с Машей Васильевичем, что-то там, а, типа, тра-та-та-та-та, ну, лоханулся трошечки. И я помню, я записала даже сторис такой, сегодня пела для президента, немножечко хлопнул не в том месте, ну, еще страшно. Такое бывает, когда первый раз слышишь оперную арию.